Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим фигурки от компании NECA из научно-фантастического фильма режиссера Ридли Скотта «Прометей», задумывавшегося как приквел классического фильма «Чужой», но не ставшего им. Декорации создавались при непосредственном участии Ганса Рудольфа Гигера. Начнем с инженера в скафандре, предназначенном для межпланетных перелетов, очень похожим на хитиновую оболочку насекомого. Спереди грудь и брюшная часть прикрыты пластиной брони, напоминающей скелет, а точнее ребра, прочно охватывающие и облегающие торс инженера. Ноги защищены послабее. Ступни в тяжелых ботинках отменно детализированы. Четко прорисованы кисти, где броня наиболее тонка, дабы обеспечить максимальную чувствительность пальцем. От головы к броне на спине тянется тонкий кабель. Провода потолще отходят в направлении груди и от таза к ногам. Это сложное устройство, предохраняющее носителя от перегрузок, а также соединенное с кораблем, облегчает управление. Коленные соединения практически незаметны, учитывая монохромный черный окрас всего костюма. Перейдем к артикуляции. Голова на шарнире. Движение ограничивает хоботок, заправляющийся под грудную пластину. Но она из мягкой резины и не мешает движению. Рука в плече имеет шарнир. Также второе подвижное соединение чуть ниже. Рука в локте сгибается. В кисти имеется шарнир. Грудь артикулирована. Ноги крепятся к телу шарнирами. Их трудно двигать, мешают кабели. Колени сгибаются. Ступни весьма неплохо двигаются. Перейдем к персонажу в облегченном скафандре. Лицо несет черты актера Йена Уайта. В принципе, инженеры выглядят почти так же, как и человеческие существа, за исключением размеров тела, глаз и волос. У них нет волос на теле, бровях и ресницах. Губы такие же бледные, как и остальная кожа на теле, а глаза почти полностью черные. Их рост дает им огромное преимущество в силе перед человеком. Их поведение почти неизвестно. На костюме хорошо видны разъемы, крепления и бороздки для соединения с черным внешним скафандром. Но и этот имеет неплохие защитные свойства. Скафандр оставляет открытым только лицо и ладони инженера. На кистях просматриваются вены. На этой фигурке точки соединения спрятаны не менее мастерски. Артикуляция идентична первой фигурке. Голова двигается хорошо. А вот плечевое соединение довольно тугое. Локоть и кисть нареканий не вызывают. Грудь и ноги поддаются с трудом. Соединение тазовое прикрыто резиновым материалом. Колени и ступни подвижны. Рост этих фигурок в среднем 21 сантиметр, так что пропорции в формате 7 дюймов соблюдены, и инженеры намного выше того же Дэвида из второй серии фигурок. Моим любимцем стал все-таки персонаж в черном скафандре. Он сделан получше. Хотя, если однажды NECA выпустит кресло наподобие хода со стеной трофеев хищников, я буду весьма благодарен. Это все, что я хотел сказать о первой серии фигурок. Спасибо за внимание, всем удачи и до следующей встречи!